Всем привет. Вчера было полгода, как мы начали этот объект. Что мы сделали? Здесь вот сделали яму, но делали не мы. Мы туда вкинули бак на 3 куба и смонтировали плиты перекрытия. Так, начали утеплять пенопластом здание. Здесь сделали горловину, кинули канализацию. Возле того склада сделали отмостку с арычком 70 с чем-то метров. Эту сторону тоже утеплили. Сделали террасу, то есть сделаем. Выкопали фундамент, забетонировали, заармировали, выложили цоколь, выложили столбики. Сейчас вот выгнали фронтончики. Сегодня будем монтировать балки. Балки и, возможно, стропила. То есть надо будет делать крышу. Сделали одну стяжку. Тут будет потом инфракрасный пол, то есть утеплится пенопластом, кинется инфракрасный пол. И будет еще одна небольшая стяжка для плитки уже. Сделали тут стяжку под весами. В сторожке установили котел. Яму облагородили, сделали ступеньку, поштукатурили все. Тут будет котельная. Так, на улице что у нас? Выбили проем, сделали, установили дверь, забетонировали, такие ступеньки сделали полукругом. Тут утеплили, вчера заармировали. Ну и что мы делали внутри здания? Так, заходим. Вот, выбивали проем. Здесь было окно раньше. Так, тут плитку уже полепили, поставили нам стеклянные перегородки. Вот здесь вот кусочек выложили с кирпича. И вот этот стеночка. Короба сверху поделали с гипсокартона. Тут потолок готовый. Осталось натяжной натянуть. Стены готовы к декоративной штукатурке. Наносить будет мармарину. Электрику полностью раскинули везде. Это у нас вестибюль. Так, здесь будет офис. Потолки тоже готовы все. Потолки, откосы. Сегодня буду наносить жидкие обои здесь. Архив. Двери нам везде поставили. Так, в архиве тоже все готово. Нанесли жидкие обои. Тут уже даже шкаф стоит. Здесь будет сервер. Щиток для пожарной безопасности. Едем дальше. Коридор. В коридоре осталось купить плитку и положить. Потолок готовый. Сделали лестницу, прорубили в плитах перекрытия. Вот эти два проема в несущей стене выбивали. Вот сюда и сюда. Так, здесь у нас кабинет менеджеров. Он уже практически готовый.
плитку положили, потолок сделали, жидкие обои нанесли. Навезли нам уже кучу мебели. Это мебель в офис и в кабинет директора. Это у нас туалет. Все, можно, в принципе, устанавливать унитаз, умывальник. Практически готовый. Эти стены полностью, перестенки все уложили по новой. Так, это бытовочка. Тут под декоративку тоже все готово. Кухня. Фартук. Тут плиточка. Сверху будет декоративная штукатурка. Так, в принципе, все готово. Стяжку делали одну, потом теплый пол кидали. Супер стяжка. Метеоритный дождь, ой. Собачки здесь танцы устроили. Это у нас столовая. Тут жидкие обои нанесли. Потолок готов. Осталось натяжной. Смонтировать и все. Вот здесь будет две дверцы. Это полностью с разводкой под теплый пол. Здесь электрощиток. И кабинет директора. Потолок готов. Здесь в этом дверном проеме поднимали перемычки выше. И тут с кабинета директора выход на террасу будет.